ребят, всем привет, с вами Дава, и мы сегодня также находимся в баре «Как надо». Это один из лучших авторских коктейль-баров Москвы, да? И сегодня у нас на обзорчике довольно-таки спорный, по моему мнению, продукт в плане его вообще образования, откуда он появился, да? Это табачок «Даим». Многие про него сейчас слышали, многие о нем сейчас говорят, и у меня есть два вот таких вот, собственно, кейса, да? Это есть «Даим» такой и «Даим», собственно, вот такой. В чем их не отличие? Это типа Special Edition, это типа Classic Edition. По различию в чем здесь? Здесь, короче, идут такие всякие странные вкусы, непонятные вкусы, всякие миксы и тому подобное, да? А в классике идут классические вкусы. Это малина, клубника, банан, там груша и все остальное, да? Идет он вот в таких вот 100-граммовых пакетиках, и они, сука, очень сочные. Прям реально пакетосы очень сочные. Давайте, собственно, все это вывалим, посмотрим, что у нас есть по вкусам. Этот табак я уже курил. Курил я его в одной кальянной, когда просто заехал и попросил, сделай мне что хочешь, как бы, да, как бы мне пофиг. Мне забили, собственно, этот самый «Даим». Я его, в принципе, покурил, в принципе, нормально, вроде хорошо курится. Каких-то там вау-вау я не увидел в этом. Но табак более-менее хороший, и курить его, собственно, можно. Теперь, что касается спорных вопросов, да, это его появление. Многие говорят, что это чисто турецкий табак, а другая сторона говорит, что это украинский табак, специально сделанный типа а-ля Турция, чтобы не было вот этого, знаете, негативного хайпа, типа, о, ебать, хохлы, там, вся хуй такая хуйня, да? Но я пообщался с производителем, собственно, и вот вам настоящая информация. Табак «Даим» делается в Турции, в штрафзоне, грубо говоря, да, где нет налогообложения на территории, да, и он только экспортный. То есть его можно только экспортировать, и на территории Турции его категорически нельзя продавать. Давайте, собственно, мы посмотрим, что у нас здесь по вкусам есть. Есть вкус чай, тантана, винтерти, гангун и баджаблю. Из всего, что здесь написано, я, наверное, лучше всего знаю такой вкус, как баджаблю. Чего я его знаю? Того, что у Mountain Dew есть такой вкус баджаблю, да? Давайте, собственно, мы его покурим и давайте посмотрим, что у нас есть в классической линейке, какие вкусы, да? Она немного выглядит по-другому, если примерно вот так вот сравнивать, то вот какая более симпатичная? Мне кажется, что классическая линейка более симпатичная, она какая-то выдержанная и, блядь, сука, интересная, да? Здесь вот надпись, шрифт тоже пиздатый. Давайте, собственно, смотри, какие у нас вкусы есть у классики. Это Watermelon Chill, короче, мятный арбуз, скорее всего. Так, идем дальше. Это виноград, пич, персик, так, малина, вишня, молочный крем, апельсин, ну, либо что-то такое цитрусовое, Orange Fusion, и есть киви. На самом деле, что бы я покурил бы из классической линейки, это, наверное, бы киви, и сравнил бы его, наверное, с альфакером, чисто так, потому что мне по приколу, да? Давайте, собственно, вот так все поставим. Я сейчас заебеню чашечку. Курить мы будем на Маклауде Tombstone, и мы находимся в Оховском баре «Как надо». Так, это мы все сейчас убираем. Давайте, собственно, забьем, наверное, стандартный киви, посмотрим, что, какой он по консистенции, что в нем есть, чего в нем, собственно, нет, да, дамы и господа. Открывается все очень хорошо, пакеты реально качественные, интересные. Ну, пахнет очень-очень круто. Собственно, по консистенции он светлый, светло-желтый, и здесь сырье идет Virginia Gold. Так, у нас есть классическая чашечка РФ, колодочка у нас уже греется, да? Давайте, собственно, попробуем все это выложить. Так,
Как мы видим, лист очень мокрый, а-ля Дейли Хука, я бы сказал бы так. Очень липкий и прилипает. То есть лист к листу очень прилипает, и если его не нарезать, чего я крайне не рекомендую вообще ни с каким, сука, табаком делать, да, то есть лист к листу будет липнуть, и мы будем в каких-то моментах всегда проебывать тягу, да? Так, сейчас я закину наш коллаут. Пускай он греется. По жаростойкости, ну, я бы не сказал, я бы не выделил бы его как мега-супер жаростойкий, но температуру он держит нормально. Если, конечно же, не угорать на 5 углях, в касании и все остальное. Что касается касания, ни в коем случае табак. В табаке очень много сиропа, и мы уже проверяли это. Он начинает запекаться, прям появляется такой неприятный запах, да? Так вот, пока у нас пускай греется эта чашечка, мы пока заебеним другую чашечку. Это уже из линейки Special Edition со вкусом Баджа Блю. Я вас вот так поставлю. Также возьмем РФ-очку. Так, как он пахнет? Пахнет реально круто. Ну-ка, Эдик, понюхай. Пушка, блядь, гонка нахуй. А по консистенции, по внешнему виду, все то же самое, что и, собственно, в классической линейке, как я и говорил, разница лишь только в миксах и в моноклассических вкусах. Больше, в принципе, никакой разницы здесь нет. Так, давайте тоже забьем это все. Так это, собственно, у нас все выглядит. Сейчас мы попробуем там нарубить углей, хотя бы просто, чтобы прогреть колодочку. Так, пускай греется, а мы пока бомбанем киви. А что я ожидаю от киви? Да, в принципе, ничего. Почему? Потому что изначально, даже когда я нюхал киви, он мне не очень приглянулся. А вот Баджа Блю, мне кажется, будет огонь. Ну, давай, собственно, взорвем киви и посмотрим, насколько яркий, хороший, дымный табак Тейм. На первых тягах немного химозит. Киви немного водноватый, знаете, вот вкус воды присутствует. Тем не менее, очень хорошо раскурился. Вот в вкусе есть что-то такое, знаете, немного неприятное. Скорее всего, связано с этой водянистости. Да. Эд, ну-ка попробуй киви. Киви? Да, киви. Слишком сладкий какой-то. Еще что? Кислинка прям максимально отдаленная. Беспонтовый, если честно. Киви беспонтовый. Как я, собственно, немного намекал на это, да? То, что
Вот прям вот чего-то не хватает в киви, вот терпкости, да, вот кислоты и терпкости для киви не хватает. Ладно, поменяешь, да, уголечки? Да. Давайте, собственно, попробуем бомбануть нашу следующую чашечку. И это у нас будет Баджа Блю. Эду понравилось, как она пахнет. И посмотрим, насколько он охуенный, когда он курится. Бросай! Давай, бросай! Вообще, в принципе, а вот давай поговорим мне об ароматике, вот о ощущениях табака. Аромки, ну, есть как бы насыщенный очень табак, но киви совсем не киви, что-то реально очень не понравилось. Аромки, ну, слишком сладкий, приторный, и повторюсь то, что кислинка вообще отдаленно вообще чувствуется. По крепости? По крепости. Легкий. Лайт. Да. Так, давайте, собственно, бахать. Бля, знакомый вкус. И этот вкус в другом продукте не Баджа Блю называется. Сейчас он курится как Старбас. Знаешь, с вот таким вот оттенком жира. Ну, такого маслянистости, ароматики, аромки, маслянистая аромка. Но нет. Перепутал. Попробуй, это что-то вкус у Старбаза такой был. Типа Blue Melon, нет. Blue Mist как будто, знаешь. В натуре Старбаза. Да, Blue Mist. Но скорее всего отсюда есть какая-то отсылка типа Баджа Блю и все остальное. Свежий. Маслянистость неприятная в данном вкусе. Но поприятнее, вот поприятнее. Гораздо приятнее, чем киви. Ну что за вкус, вообще непонятно. Но приятно. Свежий, тоже с, ну, с нотками кислинки. И до пизды знакомый, да? Да. Какой-то прям, на самом деле я бы не сравнивал бы со Старбазами, а именно вкус. Я бы сравнил бы с Дэдли Хукой. Ягодный сорбет, что ли, на минималках. Типа, да. Что-то... Кстати, да, и он по крепости, как реально Дэдли Хука. И если брать как конкуренцию по ароматике, по восприятию, то это гораздо дешевле, чем Дэдли Хука. У него еще появляется какой-то чайный оттенок. Ну а давай, финалочку ты скажи. Что по крепости, что по ароматике, и как бы это, собственно, ты курил бы и продавал бы. Аромка приятная. Свежий. По вкусу я не понял, что это на самом деле такое, я не читал, что это написано, то, что написано. Легкий. Я бы сравнивал с Дэдли Хукой. Как ягодный сорбет, но на минималках и со свежестью. Все, что я могу сказать. Ну вот так, собственно, это турецкий табак Daim. Который сейчас активно вроде продается в России, на территории Украины и тому подобное. И, собственно, вот такие вот пачечки симпатичные. А это Дава Дым, и это Бар Как Надо, а это Усама Бен Ладен.